Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чукунков не посещал в Чите улицу Горького, где предлагал создать бульвар, который мог бы стать одним из самых красивых в стране, если не в мире. Руководитель пресс-службы правительства Забайкалья Роман Шадрин сообщил Читару, что улица не входила в план визита. Чукунков 2 апреля во время медиафорума про ДФО сказал следующее. «Чита – одно из самых солнечных мест в России, бульвар здесь может стать одним из самых красивых в стране, если не в мире». Также он предложил создать в Забайкалье дальневосточный квартал, благоустроить территорию так, чтобы жители могли не уезжать из нее и получать все развлечения и услуги. Напомним, ремонт улицы Горького затянулся, работы шли после приемки. Результаты негативно оценили жители Читы, представители Народного фронта. Проектировщик назвал итог ужасом, а губернатор заявил, что улицу изуродовали. Ремонт улицы на соответствие проекту теперь проверит прокуратура Забайкалья. Глава городского округа город Чита Евгений Ярилов опроверг информацию о том, что его сын переехал в Аргентину. Об этом он сообщил Запру. «Если речь идет о моем сыне, а не однофамильце, я могу сказать одно. Он гражданин России, живет в России, из Читы давно переехал в другой город. Мы, родители, не контролируем, куда он ездит в отпуск. Созваниваемся, иногда он прилетает в гости в Читу. Если он захочет сказать вам, где живет, он вам скажет. Он взрослый человек, у него своя жизнь. Все остальные вопросы к нему», – заявил Ярилов. Отметим, что на своей странице во ВКонтакте проживающий в Аргентине человек по имени Виталий Ярилов неоднократно публиковал фотографии главы Читы Евгения Ярилова. Забайкальская прокуратура установила, что новый ректор ЗАБГУ Оксана Мартыненко и ее помощница не являются родственниками. Об этом сообщается на сайте ведомства. Прокуратурой проверен факт назначения в октябре прошлого года на должность помощника ректора якобы племянницы руководителя образовательного учреждения. В ходе проверки нарушений наличие между ними близкого родства при взаимном подчинении, конфликта интересов и иных нарушений антикоррупционного законодательства не установлено, в связи с чем оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется, говорится в сообщении. Также было установлено, что в январе текущего года на должность руководителя отдела по правовому, кадровому и имущественному обеспечению ЗАБГУ назначили супруга проректора по развитию, осуществляющий свои полномочия с октября 2022 года. Но и здесь нарушений антикоррупционного законодательства выявлено не было. Риэлторы предложили освободить малоимущие семьи от уплаты НДФЛ при продаже жилья. Кроме того, речь идет о гражданах, которые нуждаются в дорогом лечении, или тех, кто купил недвижимость на средства мат-капитала. Соответствующую инициативу направила федеральная компания «Этажи» в правительство, Совет Федерации и Минфин. Предложение уже поддержали в Госдуме и в Народном фронте. Вместе с тем эксперты отмечают, что необходимо проработать все возможные ситуации, чтобы подобная мера не стала лазейкой для мошенников, к примеру, черных риэлторов.